Мотоциклисты ДПС выходят на первое в этом году построение. Всю зиму техника стояла в гараже, а инспекторы работали на машинах. С наступлением тепла двухколесный транспорт прошел технический осмотр и обслуживание, а полицейские провели несколько тренировок и вспомнили забытые навыки. В седле они проведут все лето до закрытия мотосезона. Инспекторы говорят, техника систематически обновляется. Это новые мотоциклы 2020 года выпуска. В них больше 150 лошадей. И убежать от такой техники попросту не получится. Но и сами сотрудники ГИБДД говорят, что даже пытаться не стоит. В основном это заканчивается авариями с нарушителями. Прежде всего, инспекторы будут следить за водителями мопедов и мотоциклов. Тем более, что уже произошло несколько аварий с их участием. В воскресенье на Октябрьском мосту мотоцикл сначала врезался в автомобиль, а потом его отбросило в отбойник. Мальчик, который ехал сзади пассажиром, получил тяжелые травмы. А во вторник на правом берегу водитель легковушки не пропустил мотоциклиста, который ехал навстречу. Мужчина перелетел через машину и пролетел несколько метров. Особое внимание мотополицейские будут уделять самокатчикам, которые все чаще становятся участниками новостейных хроник. Если несовершеннолетний нарушает на средстве индивидуальной мобильности, в случае, если нарушает, он будет остановлен. Установлен возраст, прежде всего. Также будем связываться с родителями и каким образом попал на электросамокате. То есть ребенок, почему он управляет. С родителями будет проведена беседа не только с нашей стороны, также с стороны по делам несовершеннолетних. В Красноярске мотовзвод полка ДПС заступает на дежурство уже в 14-й раз. Пока в городе не установится летняя погода, они будут патрулировать улицы до 10 вечера, а затем это время будет продлено. Для остальных любителей мототранспорта сезон официально откроется 11 мая. Мероприятие пройдет на восточной парковке Татышев-парка. Всех гостей ждут конкурсы, музыкальная программа и развлекательные площадки. Павел Горшанов, Илья Гришан. Новости Прима.